Привет, ребята! С вами Ева. Вока пока что на работе, и его нету. И сейчас я ходила к ведьме на чаепитие, и она мне подарила вот такую коробочку. Пока что я вам не буду рассказывать, что это. Но давайте приступим, посмотрим, что у нас в коробочке. У нас там был мыльный раствор, волшебные перчатки и магические формочки. Для начала нужно открыть наши магические формочки. У нас блюдечко, невидимая штучка и палочка для пузырей. Теперь откроем наши перчатки. Сказано, что нужно сначала вылить мыльный раствор. Но мы сначала откроем все. Выливаем мыльный раствор. Дальше нам сказано, чтобы мы окунули эту неведомую штучку в этот мыльный раствор. И дальше дуем. Так, сначала наденем лучше перчатки. Ой, они такие маленькие. Ну ничего, наверное, ведьмы маленькие ручки. Они разного цвета. Не знаю. Так. Так вот. И. А интересно, как же эти перчатки держат этот мыльный пузырь? И одежда тоже. Не знаю даже. В следующий раз, когда пойду к ведьме в гости, нужно спросить. Ответ ждите в следующем выпуске.